Собираем детский стелс. Очень красивый, такой интересный велосипедик. У нас проблема. Вот эти винтики, которые держат крыло и седло, очень слабые. И вот один винтик я начал тянуть и сорвал шляпку прям мгновенно. Для этого у нас есть экстрактор для лечения таких винтов. Поэтому, когда вот эти винтики будете тянуть, старайтесь очень аккуратно, не надо со всей силы, просто вот чуть-чуть и все. Тогда он может выкручиваться. Дальше здесь у нас втулка. Передняя была затянута очень сильно, я ее расконтрил. Задняя втулка была затянута очень сильно, тоже ее расконтрил. Оба шатуна затянул, они были вообще не затянуты. Ну, в принципе, вся сборка стандартная, то есть поставили крылья, поставили сидушку, поставили руль, то есть все остальное нормально, вот слабое звено здесь вот эти вот винтики, которые сейчас я установил. А так велик прикольный, интересный. К нему мы отдельно еще заказали вот такую классную корзиночку для принцессы. Смотрите, какая красота, розовенькая с беленьким и бантик. И здесь вот в комплекте тут такие зажимки. Сейчас все соберу, покажу, как он будет в сборе. Ну что ж, велосипед закончен. Такой симпатичный, красивый стелс. Пилот. Снимаю сейчас помещение, потому что время уже 12 часов. А принцессе нужен велосипед как можно быстрее. Красота, прекрасота. Сейчас мы его немножко запакуем обратно в пакетик. Видите, какой бантик модный. Все получилось, все работает, все замечательно. Винтик поменяли.